Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир, клуб путешественников «Все пути». Сейчас я сформулирую предложение для гидов, которые хотят, даже не так, для людей, которые хотят стать гидами по Тибету. Наше основное направление нашего клуба путешественников – это Тибет. И каждый сезон у нас есть много групп. Вот если вы хотите стать таким групп-лидером, одним из, кто будет водить наши группы. Тут такие простые очень требования. Мы хотим, чтобы вы уже побывали сами в Тибете, понимали, как вы себя чувствуете на высоте, что вы можете легко адаптироваться к высотам, которые мы проезжаем от 3600 до 5600, чтобы ваш организм нормально справлялся. Это одно из условий. Второе условие – знание английского языка. Потому что это необходимое условие. В Тибете есть гиды тибетские, которые говорят на английском языке. И их нужно переводить для группы на русский язык. Вот такие несколько условий. То есть вы должны побывать сами в Тибете, знать, как себя чувствуете. Английский язык наличие. И, в принципе, наверное, и все из таких требований. Дальше мы уже с вами разговариваем и договариваемся об условиях поездки. Так, вы можете пройти по ссылке, зарегистрироваться, и мы свяжемся с вами, оговорим все условия. Живем чудесным, присоединяйтесь.